Опа! Салют, братва! С вами Ревас! Добро пожаловать в нашу новую 9-ю серию «Пути от бомжа до лидера полиции». На данный момент мы с вами находимся на должности прапорщика, 4-й ранг, организация «Городская полиция». Для того, чтобы нам перейти на 5-й ранг, офицерский, старший лейтенант, нам необходимо, так, повышение на усмотрение лидера. Я так понимаю, за последние 2 недели систему повышения кардинально изменили. Ранее нужно было набирать баллы, сдавать экзамены, а сейчас вот с 1-го до вот 6-го ранга все чисто вот на усмотрение лидера. Ну, чисто мое мнение, стало как будто гораздо легче. С прошлой нашей серии, то что мы делали, я уже подготовил немаленький отчет. В данной конкретной серии, само собой, моя главная цель повыситься до 5-го ранга, до офицерского. И добро, перед тем как начнем, обязательно не забудь поставить лайк, ну а также подписаться на мой канал. Ну а мы давайте проходим в оружейную обязательно. Взять боеприпасы. Что у нас здесь? Давайте берем оружие. Так, бронежилет пополняем. Взять щит можно с 5-го ранга. Ну вот как раз таки в этой серии его добьем, мы сможем тоже его брать. Берем обязательно также тазер, без него никак. Ну и давайте вылетаем на улицу. В прошлой нашей серии, накопив достаточное количество законов, я купил себе прокачанные навыки стрельбы. Теперь стреляться с бандосами будет гораздо проще. Так, давайте обратимся в рацию. Кто желает в патруле, жду у полиции. Рэй у нас ЧП, Ревас у нас порт. Все на парковку ФСБ, все. Сейчас у нас будет ГЛРП. Что это такое? Договорился вот с Иваном Будённым. Сейчас, по идее, он должен за нами заехать. О, ништяк, погнали. Ух, ничего себе, я уже по карте вижу, то что там просто куча народу. Так, подъезжаем вот к ФСБ. Ох, ничего себе, здесь просто куча полицейских, ФБРовцев. Давайте вот тоже обязательно встанем в строй. Капец, ё-моё, куда я попал? Что тут происходит? Судя по всему, намечается какая-то жесткая движуха. Так, вот этот Кирилл Моррисон, получается, наш новый лидер. Ой-ой-ой. Что там происходит? Так, судя по всему, уже потихоньку снимемся за машины. Интересно, куда мы сейчас будем ехать? О, военные тоже потихоньку подтягиваются. Так, пока ожидаем. Из всего этого меня пока что только смущает вот этот вот Дмитрий Фетел. Как-то это мега нон-рпешно, то что полицейский залез на машину. А что такое? Ой-ой-ой, братан, ты заехал не туда. Ты явно заехал не туда. Диспетчер, всем, произошел взрыв в районе завода Арзамаса. Срочно прибыть на место. Ох ты, намечается какая-то лютая движуха. Давайте направляемся. Здесь собраны просто все. И ФБРовцы, и полицейские, и армейцы. Все направляются вот к этому заводу. Ну, как я понимаю. Так, ну, в принципе, все. Приехали. Судя по всему, это и есть завод данного города. Военный завод Арзамас. Так, всем хорошо. Давайте по новой строимся. Опа! Кто это там с перекатами настреливает, а? Ты посмотри на него. Вот говнюк, думаю, этого не видно. Я тебя сейчас лично закошмарю. Вот лично я тебя сейчас просто буду кошмарить. Опа! Готовченко. Ух ты, даже медики приехали, капец. Судя по всему, просто все госструктуры сейчас здесь собираются. Ля-ля-ля, даже вон с тюрьмы парень приехал, надзиратель. Устанавливает железный заборник. Ага, вот оно как. Ограждает, судя по всему, данную территорию. Ну, правильно. ЧП как-никак, вон тут же журналисты, вон приехали, тоже вот фиксируют все. Так, давайте-ка перекусим прямо здесь у этого вот парня. Оп, ништячок. По постам встаньте, ага. Ну, давайте, допустим, куда-нибудь пока что вот сюда. Ой-ой-ой, что тут происходит? Пожарные неплохо справляются, все тут тушат. Капец, вот на самом деле, прям как в реальной жизни. Куча спецслужб. Вот, допустим, вот у меня в моем городе, рядом с моим домом, где я ранее снимал квартиру, соседний дом начал обваливаться. И на этом месте буквально через час собралась просто куча спецслужб, куча полицейских, куча медиков, куча других подразделений, которые занимались тем, то, что помогали людям выселяться с такого вот аварийного дома. Ревас, Ревас, да. ГЧ, слышишь? Не, я не включаю голосовой чат по причине того, то, что, как правило, там очень много часто неадекватов, которые орут, несут всякую херню и так далее. Судя по одежде, какой-то агент, ФСБшник. Прапорщик, я! Не надо меня игнорировать. Слушайте меня сюда. Все, кто сейчас тут стоят, кроме МЗС СМИ, займите позиции, будьте наготове, если что. Всем ясно? Так точно. Так, наша задача, я так понимаю, находиться вот здесь и охранять данный пост. Так, проник, проник один. Устранить угрозу. Всё. Все нормально? Скринь это, за это много баллов дают. Карпов, за мной. Куда нас ведет завод Арзамаса, ух ты. Так, смотри, у меня к тебе вопрос и поручение. Так, точно, выполню. У тебя имеется биография на официальном портале? Пока еще не составил. Могу отправить. Сейчас проверь по возможности, тут места. Вдруг что-то подозрительное находится. Отправь мне на почту по возможности также. Так, точно. Также, Рэй, после того, как проверишь, проследи за нашим товарищем. Мне нужно разузнать о нем, а то доверие не внушает. На-ка,
Уинстон. Так точно, принял. Так, давайте походим по этому заводу. Осмотрел все ящики вокруг. Так, открываем шкафчики. В шкафчиках инструменты. Закрыл шкафчики. Открыл коробку. В коробке странный предмет. Внимательно осмотрел и обнаружил 5 грамм наркотиков. Забрал наркотики, закрыл коробку. Так, ну в целом завод не такой, что ты большой, если так подумать. Давайте выходим на улицу, нам теперь нужно найти вот этого Ника. Нека Винстон, прапорщик 4-го ранга. Так, вот он, собственно, этот Нека Винстон, давайте за ним немного последим. Так, чем он там занимается, давайте посмотрим. Рэй, проследи и доложи после этого мероприятия про Нека. Так точно, хорошо. Опа, что он делает? Что он делает, безумный, куда он стреляет? Так, данный игрок, я так понимаю, частенько еще уходит в ФК. Ух ты, тут кому-то, я так понимаю, плохо стало. Врачи уже вот работают. Так, следим за этим Нека. Кроме неадекватной стрельбы в воздух, более за этим Неку я ничего такого не заметил. Да, парень любит еще покемарить, в ФК постоять, но в этом ничего такого жесткого нету. За мной, сотрудник Нека. Встаньте тут и охраняйте. Ну вот сейчас как раз и последним, выполнит ли он данный приказ. Снаряд успешно утоплен. Если ничего подозрительного назвать нет, все свободны. О, нормально. ЧП вроде как все успешно ликвидировано. Ну, в принципе, все. Можно отсюда уезжать. Каких-либо особых нападений не было, все прошло довольно-таки хорошо. Так, по-хорошему, нам прямо сейчас нужно составить РП-биографию. Так, вот он, форум роли-плей биографии. Тут, в принципе, можно посмотреть примеры, как они должны составляться. Ну а также можно посмотреть примеры других игроков, которые уже их отправляли. Так, прямо сейчас у нас еще проходит конференция. Давайте обязательно тоже в ней поучаствуем. Рэй, нападение на военную часть быстрее, а то выговор дадут. Да, здесь в полиции не соскучишься. Адели Рахмани, нападение на военную часть, крича. Ох, там, судя по всему, происходит что-то очень страшное. Ну ничего, выезжаем, сейчас мы там тоже суету наведем. Так, все, подъезжаем к военной части, давайте наведем здесь порядок. Йо-йо-йо, ну че, кто тут безобразничает, а? Так, похоже, всех уже тут устранили. Слишком много нас приехало, и, видимо, люлей неплохих таких надавали. Проверить всю территорию военной части до каждого угла. Хорошо. Всем спасибо, военная часть отбита, капец. Да, быстренько просто пули приехали и все зачистили. Опа, организационная зарплата 105 тысяч рублей. На банке вон уже почти 2 миллиона накопилось. Так, ну спустя где-то минут так 50, я все-таки составил эту РП-биографию. Основная часть, имя, фамилия Рэй Карпов, тут вся информация, рост, вес, национальность, образование, вероисповедание, вон внешность моя, характер, родители, детство, юность, взрослая жизнь, нынешнее время, итоги, ну а также ОС-информация. Все здесь расписал. Заявку на РП-биографию ему подали. Так, что у нас здесь творится? Капец, преступников просто куча. Бандиты, скажем, распоясались. Так, по-хорошему, надо бы еще отправить отчет. Так, ну, в принципе, отчет готов. Этот отчет составлен на основании прошлой нашей серии, но также нынешней. Итого, мы поучаствовали в 3 тренировках, проводили арест, далее помогали военным в порту, провели еще один арест, далее участвовали в массовом РП, выполнили поручение генерала, помогли военным отбить военную часть, но также участвовали в конференции. Ну и что ж, давайте отправляем данный отчет. Довольно-таки немаленький у нас получился, все, данный отчет отправлен. Так, хорошо, Марат Кошмаров, товарищ капитан, отправимся в патруль. Пойдемте. Обязательно перед этим только давайте подкрепимся. О, военные, патроны нам привезли, обалденно, от души, ребятки. Давай разгружай, родной, я тебя покараулю. Берем давайте стволы, обязательно тазер, ну и погнали. Артем Санти. Ранее Артем Санти был полковником, но сейчас понизился до майора. Артем, а вы почему не полковник? Решил сняться со своей должности, чтобы взять перерыв. А, ну я так в принципе и думал. Опа, драка, ты посмотри, что тут происходит, а ну-ка, ну-ка, ну-ка. Оружие Десерт Игл, чтобы подобрать спросить действия. Так, давайте на всякий случай достанем оружие. Маску снимаем. 5 секунд даю. О, снял. Так, ну все вроде чисто, едем. Ух ты, двойную сплошную, ты посмотри. Доктор Бонов. Опа, приехали за типом. Так, хорошо, надо этого парня выкинуть из машины. Опа, офнулся, ты посмотри. Ну, в принципе, неудивительно. Так, а ты что за чудо-юдо тут бегает в маске? Маску снимите. Так, все, нормальный тип. Снял все-таки. Так, светло-зеленый Субару. Жмитесь к обочине. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, пока полковник проверяет этого водителя, надо здесь вот посмотреть за этими ребятами. Чё-то ребята какие-то подозрительные. Ой-ой-ой-ой, открыли огонь! Ну, заразы! На-н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 а! Ой-ой-ой-ой! Ля-ля-ля-ля-ля, чинятся и убегают. Ты посмотри, секунды, а? Вот сейчас по жопе вам надаю. Первый. Готов? Идем за вторым. Ты что думал, а? Ой-ой-ой-ой, ты посмотри, он багом залез в эту тачку и стреляет по мне. Вот багаюзер, а? Ох, красавчик, Артем.
Артем его завалил. Ой-ой-ой, еще ребятки подъехали. Все, походу хана. Походу хана. Ё-моё, да, бандюганов, конечно, здесь очень много. Так, ну хорошо, в игру мы перезашли. Так, Марат, продолжим. Продолжим. Поехали. Так, направляемся опять в патруль. Ух ты, ё-моё, игрока 14 уровня забанили на 5 дней по причине не отстояла лидерку. Опа, опа, опа. Ловим, ловим гада. Куда ты бежишь? А ну стоять. Опа, давай, давай. Я принимаю твой бой. Ты для меня цыпленочек. На кого ты тут пушечку свою-то поднял? А ты там что, тоже друг его, а? Тоже дружбанова? На, давай, давай, давай. Ой-ой-ой, ты еще мужик. Давай, 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 последняя пуля. Сейчас я тебе попку поцарапаю. Все, тоже ликвидировали. Нормально так нашмаляли. Так, 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 заехали в какую-то подземную парковку. Что у нас здесь? Ух ты, ё-моё, это личная машина Виктора. На такой машине от нас никто не уедет. Ничего себе, у него реально лайба. Откуда у этого Виктора столько денег? Черный Mercedes-Benz с номерами. Прижмись к обочине, заглуши двигатель. Ля-ля-ля, сбил нас. Ты паразит. Вообще, что ли, страх потерял, а? Что ты мне скликаешь, я тебе говорю, вы рядом стояли. Схватил подозреваемого. Что у него? Наркотики. А, вот оно как. Ты у нас любишь побаловаться. Так, меня напрягает этот игрок. Че он за нами следит? Джека Соколов. Постучал в окно. Да, слушаю вас. Так, хочу посмотреть его документы для начала. Опа, за ним, за ним, за ним. Быстро за ним. Уезжает. Так, вот этот говнюк, давайте. Па-па-па-па-па. Ловим, давайте, давайте. Отстреливаем, отстреливаем его. Во-во-во-во, все колеса ему уже пробил. Нормально, давайте. Настреливаем, настреливаем. Надо этого гада поймать. Ё-моё, вот это он, конечно, нормально так летит. Опа, админ подключился, ник его, я видел ситуацию. Так, ну, я, в принципе, передал, хорошо. Ну, может, и накажет. Да, просто так же взял и офнулся. О, да, все, этого игрока забанили на 3 дня, боже мой, за оф от ареста. Офигеть. 100-го левела игрок, обалдеть. Чет руководящего состава нету, лидеры и замы в игру не заходят, поэтому повысить нас и проверить наш отчет пока что некому. В любом случае, я думаю, для того, чтобы повыситься до 5 ранга, мы сделали довольно-таки немало. И определенно, если не сейчас, то потом, когда зам или лидер заведут сеть, мы получим повышение. РП биографию мы также, в принципе, составили, так что все четненько. Единственное, сейчас ее немного дополню, и будет вообще красота. Ну и да, парни, на этом пока что наша серия подходит к концу. В этой серии мы с вами поучаствовали в довольно-таки глобальном мероприятии, хочу вам сказать. Поохотились за преступниками, отправили отчет на повышение, ну а также составили РП биографию. Всем большое спасибо за просмотр данной серии. Всем желаю удачи!